В «Лайфе» есть новые кадры трагедии, которая разыгралась в питерской подземке 2 дня назад. Петербуржец Максим оказался на станции «Технологический институт» сразу после взрыва. Он вышел из поезда, чтобы пересесть на другую ветку. Когда увидел окровавленных людей, кинулся на помощь. Молодой человек успел поставить мобильный телефон на запись и прислонить его к стене. И вот они, первые секунды после теракта. Терпи, нормально в сознании у меня? Молодец. Я отключаюсь. А как зовут тебя? Аня? Терпи, родная. Слушайте, а вы шкут как достанете? Им уже не нужна помощь. Тихо-тихо-тихо, Зай, все, немножко. Вот сейчас я только стопу закреплю, чтобы все окей было. Все, норм. А где же Гродича? Кстати, еще один. Ребята, еще один. Возьмите, стойте, да быстрее, бери уже и понесли, блин.